Мастер и Маргарита в фотографиях в Белой галерее кинотеатра «Победа» представили визуальную интерпретацию известного романа Михаила Булгакова. Это необычный проект французского фотохудожника. Это действительно снималось как фильм. Фотографические сессии занимают несколько часов, ну, пару дней, ну, максимум неделю. Мы выдумывали сюжеты, выдумывали сцены, выдумывали сценарий этой выставки очень долго. И сама фотосъемка заняла, если не память, ну, основное произошло в течение 3 недель, что для фотовыставки уже много. А потом доснималось, переснималось. Проект реализовывался в течение полугода. В проекте участвовали известные актеры и модели. Роль Маргариты на съемках исполнила французская актриса Изабель Аджани. Фотосессии проходили в Москве в местах действия романа, а все снимки подкреплены выдержками из произведения Булгакова. В экспозиции около 50 кадров, полных драматизма, философской глубины и юмора. Они расположены в определенном порядке, так что посетители выставки шаг за шагом будто погружаются в строчки романа. Любая экранизация, любая постановка литературного произведения, она всегда субъективна, поэтому у каждого может быть свое личное мнение о том, насколько это близко вашему мироощущению. Хочется все время приводить цитату из романа Булгакова о том, что поймите, язык может скрыть истину, глаза никогда. Поэтому, когда я заглянула в глаза Маргариты и Изабель Аджани, я, можно сказать, влюбилась. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.